Абзе. Заходи, говори. Ну, здорово, что-то. Заходи. Да я уж не буду заходить, ты не узнал, Миш? Сейчас подойду, встану. Ты что, как делать? Хуёво, кушать хочешь? Очень хочу. Очень хочешь? Куки, привет передай грязному Куки. Спонсор этого показа. Прямо отсюда? Прямо откуда хочешь. Кука! Огромный тебе привет от Айрата Горского. Огромное, чтобы тебе хорошо все было, чтобы лучше заебись нахуй. Слушай, этот, он вспомнил, как ты мячи в детстве подавал ему. А, ну, наверное. Помнишь этот момент, да? Был момент. Вот. Ну что, пойдем, шаурму есть? Да, слушай, дай мне встать. Я же шаурму не делаю сам. Во, блядь, у тебя брючки новые, стильные, блядь. Замок, блядь, туфельки, нихуя себе, блядь. У меня все новое, блядь. Это что за прикидосы, блядь, я не понял. Я сходил в мечеть. Да? А ты... Опа-на. Не шутя. Все. Новенько мне одели. Джинсы. Там. Я в душе помылся, там же. Серьезно? Да. О, видишь, как там. Хорошо. Туфли все одели. Это называется этот. Это как раз был велюр. Микровельвет. Вельвет, да, велюр, да. Вельвет. Вельветики. Да, туфельки, кожа, да, кожа. Да, все, пойдем за шаурмой. Пацаны, сегодня приходили бы. Да. А да, ты эти, дай чем пожрать, дай чем, блядь. Что-нибудь нам дай, да? Что-нибудь дай, блядь. Что, дождик, что ли, идет? Блядь, ну. Блядь, ну что. Что, где, да, где шаурма-то? Да. Че, блядь, как у тебя колеса? Да все нормально, потихоньку. Все толстеешь? А? Все толстеешь? Пухну, блядь. От голода. От голода пухну. От голода пухну. Да не может быть такое, да? Что ты от голода пухнул. Я же переоделся, помылся, блядь. Чистый костюм. Как новый доллар, да? Все. Оделся в нужные костюмчики. Штаны новые. Кстати, даже трусики новые. Трусики тоже новые? Да, новые, все это. Носки тоже новые, да. Была бы у меня же там друган. Да. Помогают тебе братья мусульманы, да? Помогает, но... Молодцы. Он мне, знаешь, что сказал? Единственный меч. Че? Айратабый. Я, говорит, таких слов не знаю, как ты говоришь по-татарски. Да? Я говорю, в смысле не знаешь? Ага. Кто тебя научил? Я говорю, мамка с папкой научили. Ага. Я говорю, как тут не может... Это же, блин, естественно. Слушай, ну Куки молодец, да? Да. Сейчас сразу пишут, что там, как Айрат. Шаурмага там, пивка ему, что там. Да, это нормально все. Он вспомнил, видишь тебя сразу, что ты мячики подавал? Да. Ты же Горский или Ватерный? Горский, да. Ага. Скину 20. Я говорю ему, ты не грязный Куки, я говорю, ты чистый Кука. Конечно. Да? Естественно, не может быть такого. Человека хорошего, говорит, да? Куда идем? Да? За пивандром? Да. Нет, вам шаурма-то там? Брать, или ты сначала? Думала, сначала пиво? Пиво, конечно. И потом шаурма, да? Конечно. Сейчас. Один ночь крепкий. Вот, кама какая-то крепкая. Сейчас посмотрим. Сейчас крепкая, не крепкая? Да, о, нет. Крепкая. Крепкая? Пойдет? Пойдет. Давай заплачу сначала. Пойдет. Бери, на это пошли. Пойдет. Как бы нарядно сегодня, блядь. Походка-то у тебя сразу такая, слышишь? Я сходил, подожди, легче. Я сходил в мечеть. А? Полы помыл там. А? Почистил этот. Мне дали вот этот. Уже заморал, смотри. Ну это ладно. Ладно, пойдем заплатим, пойдем туда. Еще этот маленький этот. Оделся, все. Блин, все. Вообще как классно. Молодец. Все чистенько, оделся, все чистенько, все. Все чистенько у тебя. И туплики, стюмики. Все, теперь можно и в ЗАГС. Сейчас кого-нибудь прям под руку хватай прям сразу. А, сейчас. На выбор, здесь, любую. Здесь никого не найдешь, как за руку хватать. У тебя одни красавицы везде работают. Ты куда смотришь? Все чистенько у меня, брат. Что за дополнительная информация? Слава богу, мне чистенько. Так, сигарет подбью тебе, пачку. Сигарет дайте какие-нибудь, а? Филиппович, дай пачку тебе. Тоже крепкий, что ли? Нашему другу.
Борис какой? Любой, дай уже, ему какая что-то разница. Нашему модному другу. Вон он какой нарядный. А че сидит? Он че? Все. Парень закурить захотел. При таком виде у него должны присутствовать сигареты. У меня должны быть сигареты, мать. Ты знаешь, иди давай, сигареты. Зато есть человек, который мне помогает, все время помогает. Я за него рада. Вот ты молодец. Бери пиво. Все, давай. Все, спасибо. Пойдем. Все, пойдем, пойдем. Все. Держите чек. Чек возьми сразу. Потом куда-нибудь зайдете еще раз? Да. Еще целый день будешь ходить ведь к нам. Зачем я? В туалет зайду, все. Все? Чек взял? Да, пиво я взял? Чего? Пойдем, сейчас шаурму еще возьмем. Да. Ты там что, будешь нет? Нет, я что это? Эти приходили сегодня? Кто? Ага, вот эти. Ага. Мармаледы, ё-моё. Ты, блядь, Лёха там больше нет, блядь. Там вши, я ебу нахуй. Там вши, клопы, говорят, у них. И здесь там, блядь, ты лучше, ну нахуй тебе. Ну? Я тебе сразу говорю, ну и нахуй. Что я тебе... Ты, блядь, эксперименты? Нахуй это надо. 100%. Я, блядь, чисто вот хорошо. Так. Давай, заказывай. Александр, здравствуй. Все, понял. Все. Ты не ходи туда. Все. Блин. Олег ходил там вчера, спал. Ага. Дороженко, блин. Пойдет? Нет, Дороженко. Что за Дороженко? Олег Дороженко. Ну, каков? Ага. Ох, там нахватал, блин. Да? А что, только нету там? Не... Вши, клопы. А? Пши. Пши, да. Не жду даже, блин, близко ходить-то. Есть. Я вам чисто... Первый раз такой пиво вижу, Кама. А, Кама? Кама. Поговорим по-нашему. Зато мне все чисто. Привет. Александр, сделай нам вкусненькую такую, вкусненькую. Да. Тебе с чем надо шаурму-то какое? Ну, с большим мясом и еще такое вкусное. Салата побольше, еще вот все вкусно было. Ага. Блин, сегодня Олег подошел, я говорю, на меня посмотрел. Я на него смотрел вот так. Угу. Вообще, подожди, девчонки. Да, девчонок, не пугай давай. На самом деле. А что-то погода, смотри, испортилась уже. Он стоит, у меня прям почти ползет такой здоровый, блядь. Да? Я говорю, да пак, блядь. Для меня злость такая уже, блядь. Прикинь, злость такая. Ну, да ну. Я говорю, что, въебать, что тебя тут? А так не надо. Молодец, блядь. Ты въебешь, так это сделаешь, правильно. Я говорю, как ты пошел к этим хуеплетам там спать нахуй? Да. Я, говорит, пошел туда спать. И бейсболку забыл свою, бейсболки его там уже ползают, блядь. Ну ты че? Я говорю, ко мне больше не подходи нахуй. Вообще, я говорю, не нахуй, блядь. Пизду это мне не надо нахуй. Я вам чистый, аккуратный, поебать. Нарядный самое главное, смотри, что, блядь. А ты знаешь, ты какие у меня брюки микровельветовые. Я сходил в мечеть сегодня. Там Толян говорит, белый пиджак, белый этот даст. Брюки, а, ну, потом, это... Нет, я сходил в мечеть сегодня. Да. В душе помылся. Вот это, что у меня старый был, выкинул. Вот это новое все одел. Вообще, новые, бля, топли. Это все одел, блядь. Вообще зацепился. Сейчас четко все, блядь. Да, это разговор нет. А тут, блин. Айрат, помоги. Айрат, помоги. Я тебе, чем помочь-то? Дай мне там какие-то носки или дагерки или трусы. Понятно. Я говорю, тебе дать вот это? Нет, не надо. Я говорю, знаешь, ты можешь дать. Боятся ты, боятся. Ну сколько можно, да? Ну зарабатывай сам на свои деньги, зарабатывай.
просто крутить вот здесь, таскать тележки, таскать это, мусор вытаскивать, таскать тележки. Я же все это делаю. Сейчас подожди-ка, я сразу заплачу. Ты его знаешь, вот этот маленький-то? Мультермир Шамиев. Мультермир Шамиев, да. Я его тоже храняю. Ты молодец. Сейчас поешь, считай, пивком запьешь, покуришь. Видишь, что она, оказывается, куки-то кожа тоже горский. Элеватор. Естественно, горские они были всегда горскими. Они всегда останутся горскими. Это разговор не с этим. А вы что-нибудь хочешь, шурму здесь? Да. Это разговор не с этим. Меня Айратов Горского всегда уважает. Смотри, дождик-то усиливается, да? Да, нет. Я был афганцем, так и остался афганцем. Мне этот дождь, я в Альпах такие... Ты какую заказал-то? С чем? С порцией? Ну, вкусный, самый вкусный. Самый вкусный. Вкусный. Самый вкусный. Ты сам-то будешь, нет? Нет. Я же из дома, Айрат. Ну, ты что-нибудь поел, нет? Конечно. У тебя, наверное, там такая еда, да? Да нет, обычная еда. Что-то. Ну, горячий. По домашнему, что ли? Ну, горячий. А здесь же все холодное. Сейчас горяченько поешь. Да, что поешь. Александр мне ничего не скажет. Александр хороший человек, я знаю. Мы с ним разговаривали с ним. Блин. Что этот там? Марат у нас умер. Да. Здесь все ты. Андрюха тоже умер. Что-то почему, что-то они как мухи дохнуты. Что-то я не могу понять. Жизнь такая уж, что это. Сколько там должно-то? 150. По карте? Да, да. Ладно. Вставлять надо? Да, да. Вставляется. Александр, на твое здоровье. Че, как оно, пивко? Блин, крепкое. Отменное? Крепкое. Знаешь? Поднись-ка маленько. Да. Ну, Люк, сам знаешь, сплю там один. А у тебя что за канал-то здесь? Просто страница наша. А-а-а. А что здесь? Ну что, давай прорекламируй эту страницу, что-то прочитай, что там написано. Я не знаю, что. А что нет? Откуда я знаю? Я знаю. За рекламу страницы ты можешь бесплатно шаурму дадут. Я знаю, Лёха, ты мой друг, я знаю. Все, мне больше ничего не надо. Я знаю, что ты мой друг, мне больше ничего не надо. И ты знаешь, зачем? Я... Куки же у тебя есть. Да. Ну это далеко же. Как далеко? Ну, денег дал же сейчас. Ну, на горе же. Ну. Сколько надо ждать? Пускай он придет сюда, мастерскую. Так вот, скажи ему. Мажем. Скажи ему, еп. Друга, приди ко мне, 9-5, 5-й подъезд. Мы с тобой нахуяримся нахуй. По-любому нахуй. Он услышит это. Да. У меня есть друг Олег Ворошенко. Он вот этой фигней занимается. Он мне, знаешь, что сказал? Ты, говорит, не умеешь снимать. Да? Он настоящий, это, как называется? Ну, компьютер. Короче, ну фильмы снимает, короче. А, ну я же не кинорежиссер же. Он настоящий, он говорит настоящий. Я говорю, если что, я ему подскажу. А-а-а. Я говорю, подожди, я говорю, что пока еще не видели. Ну он такой этот кинооператор, очень хороший кинооператор. По это, любому. Блин, вот тебе, кстати, такой человек нужен по-любому. А-а-а. Кинооператор. Вот работа, да, Айрат?
Да, у Санькина вот такая. Ты плес сытый. А что, ты не хочешь? Я Сашку знаю. Шаурму свою от циркуля открыть. Нет. Он такой человек хороший. Говно не сделать никогда, блин. Я Сашку уже знаю давно уже. Все, твоя готова почти. Да. Есть только аккуратно, как не просто нас бумага, ладно? А, она вот так открывается. А, с бумагой можно есть? Пойдем, Айра, туда вот. Куда? Все, я спасибо, друг. Пойдем. Саня, спасибо. Пойдем, люди же здесь стоят, ждут, бери. Подождите. Сейчас маленько отойдем, там покушаешь. Это... Вон туда, да? Нет, я что-то пью, попил, блядь. Но люди стоят, я же не могу стоять. Да нет, там возьмет иди. Пойдем. Дождик льет, просто на камеру попадает. Давай вот сюда, маленько, туда. Вон туда. Ты меня так попросила, что ли? Все, вот кушай, стой. Опа-на. Лез. Чего? Ешь давай, стой, а? Куда иди? Кто там? Кто это такой? Бомжи тоже есть. Олег, иди сюда. Чистый ебаный. Ну что, Куки, спасибо скажи. Огромное спасибо, Кука. Кука, завтра мне принеси литр водки. Вместе сбухнем и будет заебись, блядь. Ну, короче, Куки, вон у него пиво, шаурма и сигареты. Да? Все. Все. Ну, меня не забывай. Это я, Айрат. Айрат Ганаев. Да, да. Меня не забывай. Блядь, с этим. Да, ну, блядь, на меня-то не сморкай, нахуй. Да не, как у тебя, нахуй. Я что, больной, что ли? Ты же меня знаешь. Когда... Давай, пробуй шурму. Ешь. Да. Олега позовем. Сам смотри, что хочешь. Олег, иди сюда. Бедолага, двое суток ничего не ел, блядь. Иди, да, иди сюда, блядь. Да. Ну разве или как он? А вы вместе живете, что ли? Да? Че, как она, Ира, нормально? Как ты не хочешь, ёб твою мать, извини за выражение, двое суток ничего не ел ты, нихуя, блядь. Даже я помню, что ты двое суток ничего не ел, блядь. Нахуй, вкусни, блядь, поедь давай. Давай, я сказал. Давай, я сказал, блядь. Ты, блядь, накажу нахуй сейчас, блядь. Голодный ходит, нихуя ничего не делать, блядь. Тоже бездомный, что ли, ты? А? Нет? Дома живешь? У него есть дом на этот. Бездомный, блин. Просто жить в доме не хочу. Ну, так, в доме можно жить, но ну, бездомный, блин. А что так? Что? Нету. Это кто вообще? Кто это? Ну эти что ли? Да, да. Это черти, я кто-то спрашивает, дай закурить, дай выпить. Всем что, дай, да? Хуели, блядь. Сука, блядь. Ко мне сегодня подошли двое, блядь. А иногда дай покурить. Я говорю, где нахуй, у меня нету. А хотя мне сигареты, у меня сигареты есть, ну. Сигареты есть. Я говорю, да пошли вы нахуй. Ты, афганец, ты что ли? Я говорю, да, афганец, я, блядь. Я говорю, что, поговоришь, что ли, пусть там? Я говорю, пойдем, выйдем туда, за угол. Я с тобой, говорит, не пойду. С тобой, говорит, не пойду, нахуй. Не забоятся, нахуй. Конечно, нихуя, афганец. Давай, ешь, пей.
Я поеду сейчас. Дай посидеть пока. Кушать же хотел. Ты давай домой же. Все, да? Домой лезь, посиди, покурим. Вам мне что сегодня дали, смотри. Сигаретки? А какие они, блядь? Сколько? Что за сигареты? Ой, блин. Вон он. Уже читы лазят здесь. Уже ждут нахуй, когда, блядь. Сука, блядь. Уже ждут нахуй. Уже ждут нахуй. Покой, ладно. А ну что, Айраджан, нормально? Поешь, попьешь, покуришь? Давай подписчикам всем привет скажи. Огромный пацаны вам привет. От Элеватора горы, от Горского. Куке Горскому отдельное спасибо. Кука, Кука. Кука, ты меня должен помнить, ты меня должен помнить. Я Айрат, с Элеватором горы, с Кирова 20, в 6-й школе вместе учились мы. Он сразу вспомнил, говорит, скажи ему, что мячики тебе не подавал, да? Да, да, да. 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 Вот и, блядь. Ты, да? Серьезно? Когда подписался? А? Когда подписался? Ну, где-то. Иди, зверь. Серьезно? Интернет дома есть, да? Так а я что не пойму, почему ты голодный ходишь? Ты дома не кормишься? Не больше. Ну ты домашний, дома живешь, да? Дома живешь? Дома. А что ж ты тогда трешься тут? У него нету. У друзья у меня общаться охота. У него нету. Вообще нету. Так, воды нету, потом света нету, потом газа нету. А, вода-то есть, ну холодная. Мать моя женщина. С Айратом мы 100 лет искали. Ну, он знает меня, в Чечне, сколько помогал, сколько помогал. Так и надо жить. Сколько помогал, сколько делал, блядь. Сам остался без нихуя. Ну что, подписываться на наш канал надо, нет? Запуск. Всем. Канал хороший. Огромный. Кстати, Олег. Ой, Лёха, я тебе хотел сказать. Че? Очень охуительный кинооператор. Вот да? Этот вот да, он? Да, очень охуительный. Это ты кинооператор? Да, да, да. Да? Да, да. Кстати, видео вам надо. Всё, кинооператор. Монтировать я между нами. Да, да, да. Без обработки выкладывайте. Что делать? Без обработки выкладывайте. Как без обработки? С обработкой? Full HD качество. Посторонние шумы, там я могу целую кучу рассказать. Не, ну ты видишь, ты же профессионал, как ты говоришь. А я же любитель. Учиться и учиться, учиться всю жизнь надо. Но, Алексей, все равно пригодится человеку. А все, почему нет? Я все знаю, что говорится. Я хороший, да. Я еще в Красногорске бегал тогда. Кадра была давным-давно, 80-х. Сегодня ты день ВВС. ВВС. Ой, внутренних войск, то есть. ВВ. Мне это надо именно. У меня же самое, 2 августа. Нет, у нас же подписчик Борис есть, который к нам приезжал. Да, 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 да. Вот Борис. Его поздравь давай. Борис, поздравляю тебя. И, кстати, мне скоро поздравят. С ВДВ поздравь меня. 2 августа. Молодец. Десантники поздравят, десантники поздравят. Афган прошел, все прошел. Все нормально. Живой пришел домой, все. Давай, я в Сорндом поехал. Я уже вижу. Все. Ну все, довольный, рад. Поздравляю. Все четко? Всем пацанам привет.
охуительный привет с Серебатым, говорит. Приятного аппетита. Я погнал. Давай.